гордится, каждый болельщик везде. Есть золотая страница в нашей хоккейной судьбе. Вихре мандат поднят, как флаг, верный небес зовет. Водник архангельский, водник, водник архангельский, водник, славим тебя, чемпион. Город Белого моря русских хоккеев живет. Каждый признает, не споря, наш чемпионский полет. Вспомним колено преклонно всех, кто оставил свой след. И имена на знамена. На лед приглашается судейская бригада и команды «Волга-Ульяновск». И водни, судьи, игроки команды выходят на лед с начинающими хоккеистами команды «Водник» 2009 и 2010, тем самым демонстрируя принцип честной и бескомпромиссной борьбы. Стремительно проносится по полю оранжевая молния мяча. Это ветер в лицо и морозное чудо. Уважаемые болельщики и участники, давайте поприветствуем наших почетных гостей. Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Михайлович Иконников. Руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Вячеславович Багрецов. Слово для приветствия предоставляется Виктору Михайловичу Иконникову. Дорогие друзья, уважаемые участники, уважаемые организаторы, дорогие гости, все любители русского хоккея, разрешите поприветствовать вас здесь, в Архангельске, на стадионе «Труд» и поздравить вас с праздником русского хоккея, с открытием очередного сезона 28-го чемпионата России по хоккею с мячом. Сегодня Архангельские «Водни» встречаются с ульяновской «Волгой». Эти две команды в этом сезоне отмечают свои юбилеи. В этом году 95 лет «Воднику», 85 лет ульяновской «Волге». И очень символично, что именно сегодня эти команды в рамках своего взаимодействия играют сотый матч, юбилейный матч. Я еще раз всех поздравляю с открытием нового хоккейного сезона. Всем нам яркой, зрелищной игры, команды успехов, честной, бескомпромиссной борьбы. С праздником вас! Спасибо, Виктор Михайлович, за добрые слова и напутствие игрокам и болельщикам. Уважаемые болельщики, уважаемые участники матча, у нас есть приятная миссия. По итогам прошедшего сезона приказом министра спорта России Павла Колобкова присвоено звание мастер спорта России по хоккею с мячом игроку команды «Водник» Павлу Пожилову. Нагрудный знак и удостоверение Павлу вручает руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Вячеславович Багрецов. Государственный флаг Российской Федерации. Звучит гимн России.
28-й чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги объявляется открытым. Судьям приступить к своим обязанностям. Ладно, работайте. Здравствуйте, 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 дорогие телезрители, уважаемые болельщики. Уверен, ко всем сегодня, кто смотрит наш канал, можно обращаться именно так. Мы начинаем прямую трансляцию первого домашнего матча «Водника» в рамках чемпионата страны. Российская Суперлига, сезон 19-20. Не успели мы в понедельник отпраздновать День народного единства, как уже во вторник, 5 ноября, тоже становится для нас праздничным. Мы можем увидеть наших ребят наконец-то на родном льду. Желто-зеленые сегодня встречаются с ульяновской «Волгой». Лучшие места на трибунах будут у наших телезрителей, так как матч мы показываем не только в прямом эфире на канале «Регион 29», но и в группе «Регион 29 ВКонтакте» и на YouTube-странице нашего канала. Официальным партнером трансляции выступает Архангельский ЦБК, за что ему отдельные слова благодарности. Спасибо и моим коллегам, которые работают на этой трансляции, операторам Денису Мличевскому, Ольге Красулиной, Евгению Зыкову, Александру Кузнецову и техникам ПТС Василию Юреминскому, Михаилу Горбатенко и Николаю Бычкову. Ну а комментировать эту встречу для вас будем мы, комментаторы Михаил Меньшенин и Юрий Майков. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Рады приветствовать вас на стартовом матче 28-го чемпионата России по хоккею с мячом между Архангельским «Водником» и командой «Волга» из города Ульяновска. Ну и представим еще одного участника нашего репортажа. Действующий нападающий Архангельского «Водника» Александр Антонов. Сейчас, к сожалению, травмирован, своей команде помочь не сможет, но зато сможет помочь нам. Александр, приветствую. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Так, ну что, вот сейчас прозвучит свисток. Михаил может, я думаю, представить. Ну да, перейдем к составам играющих команд. Начнем с ульяновской «Волги». Гости в желто-синих традиционных цветах. В воротах Максим Москвичев, номер 13-й, 14-й Александр Слугин, 78-й Никита Семеркин, 44-й Евгений Андреев, 87-й Дмитрий Скворцов, 12-й Андрей Крайнов, 7-й Руслан Галиутинов, он капитан команды, 3-й Филимонов Антон, 21-й Александр Степанов, 24-й Кирилл Петровский, 80-й Евгений Мельников. Это стартовые 11. Ну и в запасе у ульяновской команды сегодня вратарь 34-й.